Упражнение присед плюс жим гантелей вверх плюс мах ногой в сторону. Исходное положение: мы гантели держим на плечах, ноги чуть шире плеч для того, чтобы приседать. Носки чуть расставлены в сторону. Делаем присед, садимся до параллели, напрягаем ягодицы, пяточки у нас упираются в пол. Поднимаемся и выжимаем гантели вверх за счет плеч и делаем мах одной ногой. Опять присели за счет ягодиц, выжали за счет плеч и махнули. Угу. Пресс у нас напряжен. Мах делаем тоже за счет ягодицы. Стараемся корпус не отклонять в сторону. Упражнение отжимания с колен плюс тяга гантелей в наклоне. Исходное положение: мы стоим прямо, упираемся руками в пол, отбрасываем ножки, опускаемся на колени, тело прямая линия и делаем отжимания широкой постановкой за счет груди, растягивая грудь, локти разводим в стороны, делаем так 4 раза, потом собираем ножки, берем гантели, поднимаемся, опускаем корпус, зафиксированная поясница, и тянем гантели вдоль корпуса за счет спины. Здесь поясничка у нас зафиксирована, весь позвоночник зафиксирован. Только лопатки мы можем расслабить, тянем, прожимаем их вместе. Угу. Локти не разводим в стороны, локти идут вдоль тела. На выдохе. Отлично. 4 раза мы сделали. Опустились в упор и опять с коленей. Угу. Отжимаемся 4 раза на выдохе. Если тяжело с коленей, вы можете отжиматься с таза, потому что упражнение достаточно интенсивно, помимо того, что идет силовая нагрузка. И 4 раза прожали спинку на выдохе.
Thank you.